Для повышения уровня конкурентоспособности отечественных кадров и экспортного потенциала образовательного сектора необходим поэтапный переход на английский язык обучения. Так обозначено в 100 шагах по реализации реформ главы государства. Для соответствия новым вызовам современности отечественные школы и вузы должны внедрять опыт лучших образовательных систем, готовить для страны профессиональные кадры, отмечают уральские педагоги. В международной гимназии, открывшейся в Уральске в рамках государственно-частного партнерства, обучение строится уже на новых стандартах. Пошаговые реформации по тем секторам приоритетным, которые заявлены были в предвыборных программах нашего главы государства. И самое главное, что оно позволяет многим найти место вот в этих шагах, найти верный путь к тому, чтобы действительно достичь целей, которые сопряжены с целями государства, общества в целом.